Преимущества строительной технологии ММЕДУЭ очевидны уже с самого фундамента. Независимо от типа используемого фундамента – ростверкового, свайного или плитного – благодаря равномерному распределению нагрузок можно закладывать менее массивный и более облегченный фундамент с очевидным сбережением средств. Из фундамента выпускается закладная обвязочная арматура диаметром 6 мм, высотой 30-40 см для посадки на нил и привязки к ней домостроительных панелей. Последующая стадия заключается в монтаже, выравнивании и обеспечении вертикальности панели по отношению к основанию конструкции. Операция выполняется с помощью регулируемых металлических опор и выравнивающих алюминиевых штанг, или даже с простым подручным материалом на стройплощадке, как доски, щиты и так далее. Для обеспечения статической непрерывности конструкции панели связываются между собой и крепятся к обвязной арматуре. Для выполнения этой операции применяются специальные средства или более простые традиционные инструменты на стройплощадке, такие как клещи и кусачки. Для улучшения конструктивной взаимосвязи между стенами, структурные узлы, такие как углы и стыки, а также все прочие участки конструкции, наиболее подверженные нагрузкам, усиливаются с помощью сегментов сварной сетки и оцинкованной стальной проволоки. В регионах повышенной сейсмичности или в случае необходимости обеспечения повышенной прочности конструкции в стены можно заложить дополнительную арматуру. Укладка перекрытий по строительной технологии ММЕДУЭ исключительно проста в силу общеизвестной легковесности панелей и удобства в обращении с ними. Балконы, венчающие карнизы и аналогичные им объекты выполняются путем укладки перекрытий в соответствии со схемой их раскладки и пролетом, с очевидным сбережением времени при обеспечении повышенной однородности конструкции. Панели перекрытий могут использоваться как для устройства межэтажных перекрытий, так и для устройства кровли. Расположение стен, плит перекрытия и прочих элементов, предусмотренных для крепления к несущей панели, может осуществляться в любой точке, заложив заранее соответствующую обвязочную арматуру или устанавливая ее в любой момент. Монтаж модуля лестницы очень прост, и в этом случае необходимо подготовить соответствующую обвязочную арматуру, которую, однако, можно установить или встроить и позднее. В составе с лестничными площадками и маршами модуль лестницы поставляется полностью готовым к замоноличиванию и отделке, не требуя каких-либо дополнительных работ по формированию ступеней. Прочность лестницы гарантируется не только замоноличенной арматурой, но и соответствующим покрытием армирующей сетки из оцинкованной стальной проволоки. При прокладке инженерных коммуникаций в полном объеме оценивается преимущество высокой скорости их исполнения и частоты выполнения работ. Маршруты прокладки выполняются путем простой подачи струи горячего воздуха. При этом привязка к уже подведенным трубопроводам становится исключительно простой операцией, без необходимости разборки и последующего восстановления стен. Резка сегментов армирующей сетки позволяет разместить и заложить в стены участки коммуникаций любых размеров. Закладка распределительных коробок системы электроснабжения или телефонной связи, прокладка крепления и размещения кабелей и труб выполняется очень быстро. Внутренняя и наружная штукатурка в этом случае остаются элементом традиционной отделки. Обычно первый слой наносится с целью покрытия арматурной сетки. Затем наносится второй, выравнивающий и отделочный слой штукатурки. Необходимо, чтобы во всех стадиях работ применялся высококачественный материал и соблюдались сроки вызревания. Кровли могут выполняться с любым углом наклона, любой геометрической формы или композиции, с прямолинейными, криволинейными или составными поверхностями. Все это сопровождается характерными для системы ММЕДУЭ функциональной и статической однородностью и непрерывностью конструкции. На замоноличенную кровлю наносится слой гидроизоляции, устанавливается система водостоков и предусмотренный кровельный материал. Здание в таком виде готово к отделке и завершению, к монтажу внутренних и наружных дверных и оконных рам, полов, обшивок, облицовок, сантехники и конечной окраски и побелки во всех своих частях.